Всем привет! Скучно вам смотреть на то, как я пишу одну и ту же икону очень долго? Будьте смотреть, как я пишу сразу три иконы. Решила я так сделать, потому что на этих трех иконах они между собой похожи. Очень много повторяющихся элементов. И так будет даже удобнее, и так будет более правильно. Потому что вот на этой иконе мы видим красный велум, на этой он и на этой он. Возьмем здесь такой, здесь такой. Богородица здесь, здесь. И здесь аж целых две. И цветовые пятна на архитектуре, они также повторяются. Чтобы создать все иконы в одном ключе, в одной цветовой гамме, желательно так и делать. Можно писать хоть сразу 12. Но это как бы нереально дома. Мне даже вот эти три, не знаю, куда девать, но куда-нибудь дену. Куда-нибудь спрячу от своих четырех кошек эти три иконы. Хочу уже их писать, вся полна вдохновения, потому что вот это мне и интересно. Сделать вот такую вот задачу. После воздвижения креста Господня мне уже вообще ничего не страшно. Поэтому я не стала писать одну икону, а сразу три. Усложнила себе, как говорится, задачу, а может в чем-то и упростила. Вот так выглядит икона, которую я только перевела. Ну вот они, мои переводилочки. Делаю я это, когда нужно сделать точную копию иконы. Пришлось подвигать чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, но в принципе рисунок, как на оригинале, встал один в один. Я ни в какие сервисы не обращаюсь, делаю все дома, делаю в программе Picasa, это старая программа от Google. Хочу даже создать мастер-класс, как в ней работать и как удобно переводить вот и на большие, и на маленькие иконы. В общем, программа просто волшебная. Для художников, даже не только для иконописцев, это большая помощь. Вот, если нужно что-то перевести, а рисунок это основа. Правильно посадить рисунок на икону, это... Знаете, большое дело, потому что как бы ты ни нарисовал, если там все не так, композиционно, нимб не на месте, ширина фигур не та, еще что-нибудь. Ну, в общем, надо уметь правильно это делать. Хочу создать мастер-класс, но пока я его тестирую с моей ученицей, еще она будет пробовать загружать эту программу, потому что программа-то старая, она-то у меня давно загружена. Вот, если у нас с ней все получится, то я вам, ну, попозже подробнее об этом всем расскажу. Где-то в недрах своего стола у меня уж вроде порядок, но я потеряла графью. Надо вот искать ее и продавливать рисунок. Где я ее потеряла? Не знаю, вот эту икону давно бы уже продавила. Нечем. Куда дело графью? Не знаю.